Приветствую вас. Я думаю, что влюбчивость, да, ну, не может быть без причины, в том смысле, что у нее всегда есть некие какие-то свои основания у влюбчивости. Вот, ну, в частности, у влюбчивости есть основания такие, что для чего-то она вам нужна. То есть она выполняет некую нишу в вас, которая пребывает в определенной пустоте. Что это за ниша? Как эта ниша образовалась, в результате чего она образовалась, пожалуй, детали, потому что тут надо бы исследовать этот момент, исследовать эту ситуацию в целом. Но совершенно очевидно, что за влюбчивостью что-то кроется. И самые распространенные проблемы, которые могут скрываться за влюбчивостью, представляют из себя следующее. Страх одиночества, то есть невозможность находиться наедине с собой. Нуждаемость в человеке. В контексте какой-либо потребности, вот, здесь на самом деле довольно много вариантов, да, по поводу того, какие есть потребности, вот. Либо вы таким образом проявляете любовь к себе. То есть, условно говоря, вы нуждаетесь в любви к себе, но не способны выразить эту самую любовь к себе напрямую. И пытаетесь это сделать через вот, собственно, других людей. Через мужчин. Не менее важная причина может быть и в том, что, к примеру, отсутствует смысл жизни, и в первую очередь смысл жизни ваш собственный. Это, конечно, неприятно. Это, конечно, очень болезненно, но в целом это такая вот история, на которую также очень важно обратить самое пристальное внимание, вот, потому что ситуация выглядит примерно так. То есть ситуация выглядит такой, что вы преследуете данную цель обретения смысла, но ищете ее не в том месте, где, в принципе, можно было бы конструктивно это делать. Дальше. Следующий момент. Вы пишете о том, что специально заставляете себя влюбиться. Это, конечно, очень интересно, особенно если учесть, что специально влюбиться нельзя. От слова совсем. Специально влюбиться нельзя, от слова вообще. Вообще нельзя. Вообще нельзя влюбиться специально. Получается, вы говорите
с одной стороны о том, что вы себя заставляете для чего-то, зачем-то влюбиться. С другой стороны, вы говорите о неком управлении своими чувствами, хотя на самом деле сделать это нереально. Вот хочется у вас и спросить по поводу этих моментов. Следующее, что я вижу, это обесценивание. Обесценивание своих действий. И вместе с тем, то, что могло бы помочь вам лучше себя понять, это определенные ожидания. То есть вот вы, например, кидаетесь обниматься к человеку, пытаетесь обниматься с ним, да, и целоваться. А чего вы ждете в ответ от человека? То есть вам хочется, например, чтобы он ответил вам тем же. То есть вы делаете это для того, чтобы получить обратную, к примеру, связь. Но если так, то какое значение она для вас имеет? То есть, понимаете, ожидания, которые порождаются действиями, вашими действиями, то, что необходимо вам исследовать. Далее, как я уже сказал, речь идет об обесценивании. Об обесценивании именно себя. Об обесценивании именно своих чувств, своих действий. Попытка, вероятно, оценить свои действия. Правда, как вы можете оценивать себя, это на самом деле очень большой такой вопрос. Тем не менее, исследовать это необходимо. То есть необходимо исследовать этот аспект для того, чтобы все-таки понять, по какой причине и на основании чего вы себя обесцениваете. Ну и далее ревность. Ревность говорит о том, например, что склонны вы сравнивать себя с другими людьми. Ревность говорит о том, что вы относитесь к сексу неким таким не очень позитивным образом, хотя здесь желательно бы поисследовать, как вообще говоря, так вышло, вот. И вот, соответственно, значит, такой вот момент. То есть это нужно поисследовать, чтобы лучше понимать, что происходит с вами. В целом, конечно, речь идет о
недостатки самобытности, ну, вашей самобытности. Речь идет в целом о том, что вы не чувствуете себя в полной мере самодостаточной, вот, что и приводит к проблемам такого рода, что вы описываете. И, конечно же, с этим нужно работать, вот. Конечно же, это нужно исследовать, и ваша самодостаточность повышать путем, например, осознавания своих эмоций и чувств, о которых сейчас вы имеете, по-видимому, самые поверхностные знания, самые поверхностные впечатления, потому что за влюбчивостью, ну, вы не видите причины своей влюбчивости. Я не говорю о том, что вы должны видеть. Вот. Но, тем не менее, вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Вот именно так я могу вам ответить на ваш вопрос. Вот, ответить такая вот история. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!